Всем привет! Сегодня будет обзор у нас на телевизор HiRes 75 дюймов серии S3 Smart TV. Так, начнем с обзора. Вот такой пульт. Кстати, тут в менюшках. Так, в менюшках ничего не особенного. Тут Android 11, сейчас я уже покажу. Настройки устройства. HiRes Android TV Pro, Android TV 11 уже стоит. Обратите внимание, тут тоже стоит Android TV 11. Понятно, тут 11 Android. И есть YouTube в нем. Вот так можно будет подохнуть. Кстати, тут прикольные видосы. Можно смещать даже по телеку. Выключайте телевизор с помощью вот этой кнопки. Раз, как будто выключили телевизор. И два, как будто включили телевизор. Также в телевизоре есть голосовое управление. Это Google Ассистент. Окей, Google. Окей, Google. Как дела? Ничего. Спасибо. Google Ассистент нормально работает. К сожалению, я вас не слышу. И вот Google Ассистент почему-то не слышит. Тут приложение Эва, стандартные хайеровские приложения. Можно тут даже зайти. Так. Не особенно. Также тут и зона. Зона, но в Play Market есть. Эта зона. Ну, мы можем посмотреть сериалы, сериальчики какие-то. И фильмы. Сейчас запускается зона. Вот эта зона. Есть в нем даже Play Market, где можно даже закачивать игры и все остальное. Батарейки тут в пульте в комплекте шли. По-моему, 3А. Так, приложение тут Netflix, мультимедиа, Play игры, YouTube. YouTube Music, зона, Реалси, пример, Кинопоиск и Иви также. Ну и смотрим. А медитека тут есть. А медитека есть тут. И да, кстати, есть тут. А медиатека. Есть стат. White HD TV. И Play Market. Мы уже в нем
посмотрели. Посмотрю, сколько там в Примаркете. И да, кстати, я сейчас буду думать так. Так, есть какая-то тут музыка. Тут есть зайцев. Зайцев нет. Сейчас. Вот такая. Вот такой главный экран. Обновлений тут нет. Кстати, была упаковка. Какая-то упаковочная, так. Обновлений тут нет. Вот такая упаковка. И да, кстати, давайте теперь проверим качество звука. Запускаю я, значит, зону. Снимаю сейчас на Galaxy S21, поэтому неудобно смотреть на этом экране. Так, что мы можем посмотреть? Фильмы и сериалы, и только каналы. Ну что, посмотрим, значит, пингвины из Мадагаскара. Посмотрим, звук есть или нет. Ну, наверное, есть. Найду. Подожди, куда я вышел? Да какой пингвин? Пингвины из... А вот посмотрим. Пингвины из Мадагаскара. Алиса, выключи свет. Но если смотреться на большом экране, то так будет удобнее. Фокусируйся! Камера, фокусируйся! Я, кстати, гонял мой телефон несколько раз. Он у меня не хочет фокусироваться. Так вот, сделай чуть потише этот телек, чтобы он не орал. Так, чтобы, ну, мне нравится это качество звука. Так вот, я... Улыбаемся и машем, ребята. Пингвины из Мадагаскара. Попкорновая паника. Авторы сценария Пол Рак, Боб Шмуль и Марк МакКоркл. Основаны на персонажах Тома Мангата и Эрика Дарнелла. Так вот, вот это. Мадагаскар. Зоопарк Центрального парка. Зоопарк открыт. Так, вот мне нравится даже на большом экране смотреть. Алиса, включи свет. Кстати, вот такой телек. Он на Android 11.
Сейчас посмотрим. Включится ли моя Алиса. Окей, Гугл. Окей, Гугл. Переключи на HDMI 2. Окей. Хайер Андроид ТВ ФФПРА. Переключаю вход на HDMI 2. Ну вот, все у меня переключается. Да. Дата распаковки у меня был повзнул громкости. Старый. И стал у меня новый. Посмотрите. У меня сейчас стал новый. Этот повозунок громкости, вот. Повозунок громкости я не видел. Вы можете посмотреть на Android V11. Так что советую вам обзоры. Ставим лайки большие, пальцы вверх. Подписываемся на канал. И... чтобы не пропустить мое видео. Ну все, и всем спасибо, и всем пока. Пока-пока!